еще одно сальто, оказавшись за бортом. Глядя на эту фреску, нетрудно догадаться, что многие минуты юноши и девушки, участвующие в этих состязаниях, весьма часто побывали. Возможно, на Крит пребывали юноши и девушки с материковой Греции, принимали участие в этих состязаниях и тоже иногда погибали. И вот тот миф о Минотавре, который мы с вами вспоминали, помните, в автобусе, когда ехали, да, что юноши и девушки пребывали на Крит и исчезали в страшных лабиринтах Кносского дворца. Вполне возможно, есть много различных объяснений этого мифа о Минотавре, и вот одно из этих объяснений – это гастафромахия. То есть вполне возможно, юноши и девушки пребывали на Крит, погибали во время этих страшных состязаний, и в дальнейшем, собственно, возник вот этот страшный миф о Минотавре. Ее группа, опять. Каталова. Меня уже гонят отсюда. Значит, посмотрите, пожалуйста, у дамы, которая готовится к прыжку, изображение обуви. Да, мы с вами знаем, как выглядела минойская обувь. Шита она была из кожи, кишками животных, иглами, сделанными из костей животных. Дама в голубом. Я не хочу о них долго говорить, и в отличие от игр с быками, которые сохранились практически полностью, дамы в голубом сохранили, little bit white, please. Дамы в голубом сохранили.